эфире информационная программа «12. Новости республики». В студии Лилия Зуева. Сегодня в выпуске. От жесткой экономии и латания дыр в начале 2000-х до дня сегодняшнего времени активного развития республики. 12 лет назад Леонид Маркелов возглавил республику. Совет да любовь и новоселье. Сегодня работу в штатном режиме начал новый ЗАГС на набережной Брюге. Потребительская корзина в Мариэл стала чуть тяжелее. Ее пищевая и биологическая ценность с этого года увеличены. Какой объем и ассортимент продуктов питания должен быть в рационе среднестатистического жителя республики? Крещенские морозы не будут лютыми, а вот предстоящая ночь станет очень холодной, предупреждают синоптики. Дата и историческая, и политическая. 12 лет назад состоялась первая инаугурация главы Республики Мариэл Леонида Маркелова. Напомню, что тогда на выборах президента республики кандидатуру молодого политика поддержало большинство жителей республики. Всего на выборах главы региона жители республики дважды оказывали доверие Леониду Маркелову. А 3 года назад выбор республики был подтвержден и президентом России, продлившим полномочия руководителя региона. От жесткой экономии и латания дыр в начале 2000-х до дня сегодняшнего, времени активного развития республики. Глава Мариэл Леонид Маркелов напрямую о прошлом, настоящем и будущем. 12 лет назад мне было легче. Была другая страна, были, так сказать, другие исходные данные, и было много максимализма, и, скажем так, сегодня другая ситуация. Сегодня работа очень сложная. Кризис 2009-2010 годов, он еще не закончился в экономике, и очень сложно сегодня увеличивать налогооблагаемую базу, очень сложно сегодня открывать новые рабочие места, это колоссальный труд. Во-первых, это делает реальный сектор экономики. И поддержка правительства реального сектора экономики, она необходима. И если правительство республики не будет вместе с каким-то инвестором реализовывать проект, строить завод, открывать рабочие места, там, проводить различные согласования, то заводу просто не родится. Задача, которая сегодня стоит, поднять экономику России и поднять экономику республики, это задача масштабная. И решать ее нужно только совместно, всем уровнем власти. В этом случае необходимо и понимание со стороны силовых структур и контролирующих органов, которых у нас необъятное количество. Да? И вот представьте себе ситуацию, когда из 37 контролирующих организаций, дислоцирующих в республике Мариэл, одна хотя бы на недельку зайдет. Каждая из этих организаций на недельку зайдет на какой-то завод. Вот вы умножите и посмотрите, сколько дней бессонных предстоит директору. Поэтому нужно еще найти такого рискового, авантюрного человека, который хочет добиться успехов, что-то сделать вокруг себя, создать какой-то процесс и реализовать проект. Колоссальный труд. Поэтому, когда мы говорим, что сейчас стало легко, абсолютно я это не согласен с таким термином, сейчас стало совершенно нелегко и, может быть, даже еще сложнее. Потому что очень много принято различных законов, которые нужно знать, которые нужно соблюдать. Например, 94-й закон, который всем известен по аукционам. Для того, чтобы раньше нам, для того, чтобы построить, достаточно было просто постановления правительства, и завтра уже стройка начиналась. А сегодня нужно пройти аукционы, торги по проекту, определить генподрядчика. Это месяц, а это полгода, чтобы даже с ресурсом правительства выйти на строительный объект какой-то. Это все очень сложно. И все очень непросто. Например, для того, чтобы нам сегодня принять решение построить какой-то спортивный объект, надо, чтобы 100% финансирования предусмотрено было в бюджете. А это невозможно, потому что все делается поэтапно. Есть моменты, которые легче, есть, которые сложнее, но в целом, оценивая 2001 год и сегодняшний день, я могу ответственно сказать, мне сегодня тяжелее. Обустраивается вся республика. Но мы должны понимать, что если строить театр, его надо строить в столице. Нет таких примеров, когда театр строится в деревне где-то. Да? А на селе, например, нужно газ. Нужна дорога с твердым покрытием, нужны рабочие места, нужен хороший сельский клуб, хороший стадион. Вот над этим мы работаем. Практически по всем районным центрам, независимо от их материального благополучия, природных богатств, там идет реализация различных проектов. И правительственных, и при поддержке правительства инвесторы строят свои предприятия. Сегодня инвестиции в село, они гораздо по своим объемам и масштабам, они превышают... даже годы советской власти. Потому что если в годы советской власти мы там 15-20 тысяч, там, вот я избрался, когда 8 тысяч тонн куриного мяса производили. Сегодня мы уже 100 тысяч тонн производим в республике, более 100 тысяч тонн. А к концу года мощности позволит произвести практически 200 тысяч тонн куриного мяса. Представляете, какие цифры, какой рост. Где-то около 40% населения у нас сегодня живет на селе, и нужно обеспечить их хорошей, качественной жизнью. А для этого нужна заработная плата. Ведь это основа всего зарплаты. Когда человек получает достойную зарплату, он может содержать семью, помогать родителям,
тратить деньги на себя, так сказать, приобретать вещи, питание и так далее. Поэтому я считаю, что основа всего – это зарплата и рабочее место. Заместитель директора завода, средняя зарплата по республике, гораздо выше, чем министр или замглавы правительства. Поэтому место министра – это не сказочное место, которое медом намазано. Я приведу пример. Например, в декабре текущего года, 2012 года, я 16 дней провел в командировках. Из них 9 дней – переезды. От аэропорта до аэропорта, на самолете перелеты. 9 дней из 16. 16 дней за пределами республики. Возвращаясь из командировок, у меня практически все выходные, они были рабочие. То есть отдыха не было. Не все выдержат такой режим работы. Евгений Дмитриевич, он человек уже в возрасте, ему 60 лет исполнилось, и ему просто тяжело. Это достойный человек, профессионал, потому что он долгое время работал министром финансов в правительстве, и много различных моментов было, когда человеку приходилось принимать ответственные решения, и опыт колоссальный у него. И я думаю, что в реальном секторе экономики таким людям, как он, открытая дорога. Но в правительстве работать очень сложно. И я выражаю надежду, что новый министр, которого я назначил, она справится с этой задачей тяжелой, с очень нелегкой ношей. За период 12 лет последних у нас не было такого случая, что мы не заплатили зарплату. И мы ее платили и платить будем, и поднимать ее будем. Но учителя и врачи, и все бюджетники, которым зарплата поднимается, она поднимается же не резко сразу. Они должны понимать, что для того, чтобы даже ее поднять вот на 10, там, на 5, там, 10%, это колоссальный труд. Это напряжение всех ветвей власти, всей экономики республики. Потому что сегодня стоит вопрос, допустим, о малокомплектных школах. И учитель, несмотря на то, что он там классный руководитель и преподает там в начальных классах, а у него в начальных классах 3 человека. А бывает такое, что 1 человек. Но это не значит, что мы будем сокращать эту школу. Это не значит, что мы не будем платить зарплату. Мы понимаем, что через некоторое время будет, например, другая ситуация демографическая. И им лучше держать школу и платить зарплату сегодня учителю, чем сократить его, а потом искать. Мы будем делать все, чтобы заработать денег и содержать эти малокомплектные школы и другие школы. И ежегодно улучшать материально-техническую базу в целом системы образования, здравоохранения. Посмотрите, мы практически каждый год сотни миллионов рублей направляем на поддержание социальной сферы отраслей. Не только зарплаты, но и стройки. Президентская школа, как мы принято называть, великолепный объект. Он же будет до века, на сотни лет, потому что это капитальное строение. И я думаю, что десятки тысяч человек пройдет через эту школу. И люди, которые будут достойными гражданами своей страны, своей республики. Вы знаете, насчет аэропорта – это вообще колоссальный труд. Правительство истратило очень много денег для того, чтобы выкупить этот аэропорт. Во-первых, он был в состоянии банкротства, это было федеральное унитарное предприятие, и в ходе банкротства его мог приобрести кто угодно и просто уничтожить. Тогда бы никогда Марий Эл не имел аэропорта. Поэтому в данном случае мы правильное решение приняли, я решение принимал о выделении средств, постановление правительства издал соответствующее, мы выкупили из состояние банкротства, привели его в порядок, отремонтировали, сегодня он смотрится совсем по-другому, приобретали и приобретаем технику для того, чтобы эксплуатировать взлетно-посадочную полосу и договорились с компанией ЮТР, которая регулярно рейсы до Москвы у нас организовала. Более того, я думаю, что придет еще ряд компаний, которые будут летать не только в Москву, но и, допустим, на юг в летний период времени, да и в Москву тоже будут летать, и будут современные импортные самолеты. Но для того, чтобы эксплуатировать такую технику дорогостоящую и импортную, необходимо, соответственно, переоборудовать аэропорт. Чем мы сегодня и занимаемся. Вот буквально вчера я дал поручение на 30 миллионов рублей выделить средства для приобретения такой необходимой техники и, в принципе, даже завершить ремонт для того, чтобы пассажиры, которые летают через наш аэропорт, чувствовали себя более комфортно, чтобы были благоустроенные залы, так сказать, там комнаты отдыха, залы ожидания, залы перед посадками. Все это будет сделано. Вы знаете, я не знаю, сколько мне предстоит руководить республикой. Я не тороплюсь на пенсию, но в то же время я понимаю, что я не могу быть всю жизнь президентом республики Марий Эл. Во-первых, просто сил не хватит управлять. Это колоссальная нагрузка, которая требует напряжения всех внутренних сил. И физических, и здоровья не прибавляется с каждым днем, к сожалению. Я прекрасно понимаю, что когда-то мне придется этот пост оставить. Когда это произойдет? Мне хочется как можно дольше, как можно больше сделать и как можно дольше поуправлять регионом, чтобы реализовать свою программу, чтобы действительно превратить Республику Марий Эл в такой уникальный регион. Сегодня мы говорим, что, вот, смотрите, Москва, Санкт-Петербург и Марий Эл, и Йошкар-Ола.
И мне нравится, когда люди так говорят. Вот, но для этого еще нужно потрудиться. Потому что то, что мы начали пути. Может быть, там 30% пути прошли, может быть, 20%. Но планы грандиозные. Хотелось бы их все реализовать. Человек, который живет оптимистично и любит свою страну и свою республику, конечно, им не может не нравиться те процессы, которые сегодня происходят. Гордиться своей малой родиной – это многого стоит. Совет да любовь. Сегодня работу в штатном режиме начал новый ЗАГС на набережной Брюгге. Пока здесь предоставляют две услуги – регистрацию брака и смерти. Но уже на следующей неделе работа по всем актам гражданского состояния будет возобновлена. Сегодня в новом ЗАГСе зарегистрировали свои отношения две пары. Без отрыва от самой торжественной, но не основной работы. Новый ЗАГС, что на Брюгге, теперь открыт для всех молодоженов. Первыми в полностью переехавший ЗАГС пришли две пары. Вера и Александр узнали только пару дней назад не только о новом месте регистрации, но и о самом здании дворца. Она из Марков, он из Келимар. Жить молодая семья будет в Йошкар-Оле. Скоро у нас появится малыш. И как бы мы хотим, чтобы у нас он был здоровый, хорошо все было у нас. И у нас тоже. Да, и у нас, и у него. Если говорить о проекте нового ЗАГСа, помимо внешнего лоска, полностью продумано его внутреннее убранство. Проект разрабатывался с учетом предложений работников ЗАГСа, понимающих, как все должно быть сделано для удобства всех посетителей. И молодоженов, и молодых родителей, и тех, кто приходит сюда по скорбному поводу. Под регистрацию браков в ЗАГСе отведен весь второй этаж. Его изюминка, помимо торжественного зала, в том, что пары практически не будут пересекаться между регистрациями. На третьем этаже будет вестись регистрация новорожденных. Кстати, отдельного зала на прежнем месте не было. В этом же зале, помимо регистрации новорожденных, будут принимать заявления на развод, изменение фамилии, имени и так далее. Первый этаж архивный. Здесь уже сейчас без отрыва на переезд регистрируют случаи смерти. На следующей неделе в прежнем режиме заработает и весь архив, первые записи в котором датируются 1920 годом. Находимся в стадии завершения переезда. Огромный архив перевезли, поскольку там 100 лет люди писали, актовые записи на бумажных носителях. Это огромная комната, целый ангар, в который вот это вот мы все сегодня еще завершаем эту работу. Но ЗАГС в обществе в первую очередь ассоциируется все же с торжеством, свадьбой. Для молодых, кроме нового места регистрации, более ничего не изменилось. Заявления подаются за месяц-полтора, можно воспользоваться и госуслугой. Через интернет подать предварительную заявку на регистрацию брака. Кстати, в последнее время этот способ получил популярность и оставил в прошлом времена, когда молодые с вечера занимали очередь перед ЗАГСом, чтобы подать заявление на определенную дату. Кстати, уходить от устаревших традиций призывают и сотрудники ЗАГСа. Например, на новом месте не сорить рисом, монетами и лепестками цветов. Одну из новых свадебных традиций – фотосессию на новой набережной – йошкар-олинские молодожены поддержали еще в прошлом году. В будущем же, возможно, появится и еще одна, когда жених и невеста в буквальном смысле окажутся в одной лодке. Есть идея по организации в теплое время года водных прогулок по Кокшаге, подобных тем, что проводятся по каналам Венеции. Потребительские цены в Мариэл по итогам прошлого года выросли на 6,3%. Этот показатель чуть ниже общероссийского. А стоимость минимального набора продуктов питания в нашем регионе остается одной из самых низких в России. В среднем она составляет около 2200 рублей в расчете на месяц. Кстати, а каков состав так называемой потребительской корзины, то есть минимального набора продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности? С начала нынешнего года потребительская корзина в России стала чуть тяжелее. Ее пищевая и биологическая ценность увеличены. В частности, повышена норма потребления мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов. И наоборот, сокращена в отношении хлеба, картофеля, растительного масла и других жиров. А все регионы страны, исходя из климатических особенностей, поделены на несколько зон. Чем ближе к северу, тем калорийнее набор основных продуктов питания. Мариэл в этой классификации отнесена к 8-й климатической зоне, жителям которой необходимо употреблять продукты, энергетическая ценность которых составляет примерно 2500 килокалорий. Кстати, если говорить о качестве продуктов питания, представленных на потребительском рынке республики, по данным специалистов Роспотребнадзора Мариэл, обстановка вполне благополучная. У нас качество продуктов высокое. Но в основном, конечно, мы выявляем несоответствие пищевых продуктов или образцов, как правило, по обращениям граждан.
К сожалению, количество обращений в наш адрес увеличивается, люди стали более активные, обращаются, представляют эти образцы неудовлетворительные. Здесь мы вот исследуем, на самом деле мы находим несоответствие, допустим, ну, ввиду того, что продукт уже с истекшим сроком годности. И, конечно, если продукт особо скоропортящий, особенно если это молочный продукт, как правило, это молочно-детские продукты, конечно, как правило, мы выявляем несоответствие. Напомню, что потребительская корзина – понятие условное. Рассчитывается она для определения прожиточного минимума. Растет объем корзины, растет и порог прожиточного минимума, исходя из которого разрабатываются социальные программы и рассчитываются некоторые социальные выплаты. Шанс на полноценную жизнь. У малышей, появившихся на свет раньше срока, теперь есть возможность диагностировать ретинопатию. Это распространенное среди недоношенных детей заболевание сетчатки глаза, приводящее к полной потере зрения. Небольшой оптический прибор обошелся республике в 4,5 миллиона рублей. И с его помощью в прошлом году врачи смогли спасти от инвалидности многих малышей. Скрытое, тихое заболевание – ретинопатия. Оно не проявляет себя внешне, диагностировать порог возможно только с помощью специального оборудования, а без лечения процесс неуклонно прогрессирует. Патологический процесс затрагивает незрелую сетчатку, и при неадекватном, несвоевременном лечении уже к 3 месяцам мы можем получить необратимую слепоту, в частности инвалидизацию. До недавнего времени диагностика ретинопатии в Мариэл была невозможна, став актуальной год назад, когда в роддоме начали выхаживать детей с критической массой тела – 0,5 килограмма. В перинатальном центре новорожденным помогают выжить и научиться дышать. После малюток переводят в детскую городскую больницу. Здесь уже неонатологи контролируют и, если возможно, корректируют процесс формирования всех жизненно важных органов. Помимо зрения, врачи должны успеть вовремя выявить возможные проблемы сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Видите, какое оборудование? Это в кювезах, это кислородное, это постоянное питание. Не то, что мы грудным молоком кормим, это еще нужно напитать белки, жиры, углеводы, инфузионную терапию провести. Если бы все было в мире хорошо, наверное, бы не была единая программа Всемирной организации здравоохранения, что даже и за 500-граммовых надо бороться. Я знаю, например, выдающихся людей, которые были рождены недоношенными, но это гиганты мысли. Сейчас в Вишкаролинской детской городской больнице на поддержке лежат 28 ребятишек. Ретинопатия проявляется более чем у 10% малышей. Цифры ниже, чем в соседних республиках. Наши врачи это объясняют ранней профилактикой. И все же инвалидности не всегда удается избежать. 3-4 невидящих ребенка ежегодно, по мнению врачей, это очень высокий показатель. Когда мы маме говорим, в ваших руках будущее ребенка, его здоровье. Но, конечно, генетика сыграет роль. Что мы сегодня имеем, то мы подарим там детям. Генетика тоже имеет значение. Но, тем не менее, совместно, чтобы мы препятствовали раннему рождению, ненужному пока, но не отошел физиологически весь период жизни его внутриутробный. Только тогда он должен появиться на жизнь. Так и Богом дано, так и нами, и медиками. Диагностика ретинопатии – это только шаг к тому, что надо бы делать. Если болезнь прогрессирует, требуется хирургическое вмешательство. Лазеротерапия в пределах республики пока недоступна. Приходится вести ребенка в Казань, Чебоксары, выделяют квоту на Москву. Хотя если появится возможность для приобретения оборудования, проводить хирургическое вмешательство готовы и в Мариэл на базе лазерного отделения Республиканской глазной больницы. Сейчас это только планы, но вполне осуществимые, пусть и не завтра. Принятое на государственном уровне решение спасать 500-граммовых малышей предполагает и создание в каждом регионе страны условий для их выхаживания, как путем создания неонатологической реанимационной службы при перинатальном центре, так и дальнейшей социализации детей, в том числе и тех, которым не удалось избежать инвалидности. Крещенские морозы не будут лютыми, а вот предстоящая ночь станет очень холодной. Температура опустится до минус 24 градусов, на востоке региона до минус 30. Завтра днем, по прогнозу Гидрометцентра Республики, ожидается ясная и морозная погода. Термометры покажут минус 17, минус 22, а в ночь на субботу станет немного теплее.
Внучное крещение под влиянием атлантического циклона, смещающегося по северу России, будет умеренно холодно, минус 13-18 градусов. Днем, по расчетам, ожидается около 9-14 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. В воскресенье местами небольшой снег сохранится, ветер переменных направлений, температура в ночные часы минус 12-17, днем минус 10-15. Кстати, по данным гидрометцентра, самая морозная ночь на Крещение была 70 лет назад, в 1942 году. Тогда температура опустилась до минус 40. В региональном управлении Роспотребнадзора сейчас особое внимание уделяют контролю температурного режима в помещениях, особенно в школах и садиках. Считается, что для спальни должна быть температура где-то на уровне 19-20, не ниже 19 градусов. А для групповых, там, где дети занимаются, играются, должна быть температура на уровне 21-23 градуса. Ну, в случае, конечно, если будет понижение температуры тех вот минимальных параметров, о которых я уже сказала, соответственно, руководство, администрация школы или директор, или заведующий директор школы, или заведующая детским дошкольным учреждением должны, конечно, предпринять все меры. Во-первых, выяснить причину. А если в наш адрес будут обращения, допустим, родителей на то, что в классах или в группах детских дошкольных учреждений температура достаточно низкая и, соответственно, она не соответствует требованиям санитарных правил, мы, конечно, будем предпринимать меры административного воздействия. Сильные морозы вновь могут стать причиной отмены школьных занятий. Напомню, если на улице минус 25 и ниже, то в школу не идут ученики начальных классов. Ниже минус 30 – выходной у школьников с 1 по 9 классы. Ниже минус 32 – каникулы у всех классов. Впрочем, дополнительный звонок в школу с уточнением данных о проведении или отмене занятий тоже не будет лишним.